Проблему донорства органов и трансплантации обсудили в столице. Общественная акция «Новая жизнь, новая надежда» прошла при участии ведущих специалистов Национального кардиоцентра и известных общественных деятелей. Особое внимание в ходе встречи уделили текущей ситуации с пересадкой органов в стране. Несмотря на растущее с каждым годом число операций, проблема с информированием граждан о важности помощи реципиентам все еще остается острой. В лице ожидания насчитываются десятки пациентов, нуждающихся в здоровых органах. Стоит отметить, что в прошлом году в стране провели 19 операций по пересадке сердца. Всего за 3,5 года удалось спасти 30 пациентов, которым была необходима кардиотрансплантация. В среднем, по статистике, если брать, то на 1 миллион населения потребность. На 1 миллион населения где-то около 10 трансплантаций сердца в год. И если у нас 17 миллионов, это значит, у нас потребность 170. Важно это о том, чтобы общественность понимала эту проблему, вот, и сознание у людей поменялось. У нас более 100 человек, которые сейчас ходят, это пациенты, которые ходят с искусственным левым желудочком. Практически все они нуждаются в трансплантации сердца. И еще у нас более 50 человек в листе, только в нашем центре, ожидания на трансплантацию. Это первичные, которые ожидают. То есть это где-то около 150 человек только у нас. Я заболел ровно год назад, в январе. Лег в этот центр. Состояние было очень удручающее. 28 апреля прошлого года я перенес трансплантацию сердца. И после этого сейчас, вот как видите, я очень себя хорошо чувствую. Как говорится, жизнь наполнилась.